Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок», город Набережные Челны. Первый раз у этого продавца покупаю. Выиграл на торгах одну монету по хорошей, в принципе, цене. Сейчас посмотрим, какое состояние, потому что состояние на фото. Но в описаниях написано было, что монета из-за пайки переложена в капсулу. У нас Карл Маркс, капсула немножко побитая. Это у нас Стародел, небольшие пятна на ней есть, она в принципе и в капсуле может быть, и небольшая патина, может быть чистилась, может нет, в принципе не особо понятно. Ну, в принципе, состояние отличное, царапин нету. Обошлась мне она 470 или 60 рублей, что-то такое. И доставка, по-моему, 150 рублей. Лоты объединяет, у него не так много монет, больше всякие статуэтки и другие вещи. И выставлял три монеты. Попов, по-моему, фестиваль молодежи. И вот 83-й год она. Попов ушел за 1400. В принципе, за 1400 можно взять без аукциона. Скорее всего, патина это. Что-то, может быть, под запайку попало. Слишком дорого. И также фестиваль до 800 или 900 рублей, не стал торговаться. Такую цену можно и, в принципе, и так купить. Спасибо за просмотр, ссылку на продавца оставлю. В принципе, монета хорошая. Отправил быстро, первым классом. Здесь получается доставка обошлась ему 110 рублей. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.